Hello everyone, всем привет! Сегодня на моем канале будет необычная заявка, потому что это будет реакция на одну группу. Они попросили меня сделать обзор на их видеоклип. Для меня это вообще было удивительно, потому что мне на почту пришло письмо. Я подумала, что это какой-то спам. Но нет, я открыла письмо, прочитала, оказывается, что эта группа хочет, чтобы я сделала на их клип-реакцию. Для меня это, конечно, удивительно, потому что еще мой канал недостаточно такой большой, но тут такая первая заявка, я, конечно же, согласилась, потому что до этого момента я не знала эту группу, вот, но я хочу вас познакомить с ними, и я надеюсь, что они вам понравятся, и вы поддержите ребят. Вот, это видео выйдет в день их релиза клипа, поэтому я надеюсь, вы их поддержите, перейдете по всем ссылкам и подпишитесь, и напишите какие-то приятные слова для этой группы. Итак, сегодня у нас группа, это Block of Flats, они образованы в 2013 году в городе Порва из Финляндии. В настоящее время группа играет и работает в Хельсинках и по всему миру. Группа состоит из 4 участников. И это Йона Никила, вокал, Джессика Тая, гитара, Каурин Копанен, бас, и Оси Огрен, это барабаны. Если вдруг я что-то неправильно произнесла, простите. Block of Flats — это альтернативная рок-группа со смесью современного инди-панк-рока и с запоминающимися припевами. Также ребята участвовали в некоторых небольших фестивалях в Финляндии и также в крупнейших фестивалях. И в 2020 году летом у них должен был тоже быть они на каком-то фестивале, но так как вы знаете, все закрылось, поэтому ребята не выступали. Также они были 3 раза в Прибалтике и в Средней Европе. Группу также они вдохновляются различными группами, и это такие как Фрэнк Картер and the Retail Snakes, Biffy Krula, Disco Ensemble и Nothing But This, также другими группами. Основали группы это Оси и Йона, и потом к ним присоединились другие уже участники. Вот. Сейчас посмотрим их клип. Я не знаю, что там будет, я специально не смотрела, так что вы сейчас увидите мои первые впечатления и будем смотреть, так что давайте вставать вместе со мной. Place where no
песня. Очень забавная, интересная. Мне понравилось, как звучат инструменты. Действительно, это... Я могу сказать, что припевы в ней запоминаются. Мне понравилось, что в этом клипе есть участники, только участники группы. Это как бы показывает, и тебя знакомит с ними, как можно посмотреть, как они выглядят, чем они, кто на чем играет. Вот. А вообще, это сама песня, как ребята написали мне, что эта песня, допустим, если кто-то не видит в дальнейшем, допустим, какой-то подавленный или еще что-то, и вам нужна чья-то помощь, и вы не видите какого-то выхода, о том, что нужно как бы найти такого человека, который вам поможет. И это как бы песня «Сигнал бедствия» о том, что вы друг другу можете находиться на расстоянии, и вам нужна поддержка и помощь. Поэтому если кому-то это надо, обязательно сообщите, говорите, не стесняйтесь. Я думаю, в любом окружении появятся такие люди, которые помогут вам. Вот, мне понравилось, как снято. То, что это, тут как бы нет такого сильного сюжета какого-то, но мне понравилось, как снято, что они как бы себя сидят напротив зеркала, и как бы их отражение им это сигнализирует, что вот нужно помочь и найти себя в чем-то, либо какую-то помощь, чтобы вам оказали. Вот, мне правда действительно понравилось, мне понравилось, как звучит, и еще как вокалиста. У него очень похож голос на вокалиста из «Спасибо» Брайан Молк. Я не знаю, мы до этого говорили или нет, но это правда очень сильно похоже. Вот, так что мне понравилось. Если вдруг ребята еще захотят какие-то прислать мне на обзор песни, я с радостью это сделаю, посмотрю. Просто мне стало интересно еще что-то посмотреть у них. Может, какие-то есть лайв-записи, я бы вот это посмотрела, наверное, больше. Но если какие-то клипы есть также с сюжетом, я с удовольствием это сделаю. Вот, я желаю ребятам только хорошего, чтобы они развивались еще больше, чтобы у них было больше поклонников. Также приезжайте в Россию. Я думаю, что у вас тут тоже найдутся поклонники. И гастролируйте по всему миру. Когда вот это все пандемия все спадет, я думаю, что вы заслуживаете этого, чтобы гастролировать по всему миру и получать большую любовь от поклонников и быть известными. Я надеюсь, что когда-нибудь, может быть, попаду на их концерты, потом буду говорить, вот, я их знала еще, когда они были только начинающие, и посмотреть, как они растут, какой у них путь в дальнейшем будет, это очень будет здорово. Вот, так что, ребята, я вам желаю только самых отличных концертов, самых хороших поклонников, самых крутых записей, и продвигайтесь, и делайте мощные песни, и я думаю, что это будет очень-очень круто. Вот, спасибо всем большое за просмотр, я очень надеюсь, что вы поддержите ребят, все ссылки будут в описании, так что переходите, пишите им добрые слова, можете писать, что вы пришли от меня, вот, поэтому я очень надеюсь, что ребята получили большую поддержку от моих зрителей. Вот, спасибо всем большое за просмотр. Спасибо большое всем, кто поддерживает меня. Это действительно помогает мне. Вот видите, с вашей поддержкой меня увидела группа. Вот. Поэтому я говорю всем-всем-всем огромное спасибо. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это действительно помогает продвижению канала. Также у меня есть Patreon и PayPal, подписывайтесь на Patreon. На PayPal вы можете отправить любую сумму денег и попросить сделать заявку на какую-нибудь песню, и я сделаю реакцию. Вот. Поэтому увидимся с вами в новом видео. Всех обнимаю, всем пока, бай-бай!